первый раз, когда я смотрел этот ролик, думал, он мухе крыло отстрелит просто. Сейчас будет приход Тайкуса, ну да. Решил полудурок. Блять, ну броня, конечно, такая мощная. Только насколько же ее тяжело носить. Ну там, наверное, какие-то усилители есть, не знаю, какая-то гидравлика. Гидравлические усилители, там все такое. У Рейнера же типа ни охраны нет, да? Для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти. Ну да, тут не видишь, что ты тянешься решил к пистолету. Навестить тебя. Ну этого ебал, конечно. Ну этот, короче, как этот, как Базз Лайтер. На него похож здесь. Только побитого жизни. Тайкус Финдли. Не, Тайкус Вайтити. Будем его так называть. Тайка Вайтити. Костюмчики. Спасает от сюрпризов. Реально. Я слышал, тебя заморозили. Базз Лайтер алкоголика. Пожизненно. Или курильщика. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Нихера себе, муха здоровая, если там сигара. Так чем я обязан честью? Ну, муха такая, конечно, недальновидная. Не успела улететь. Обычно мухи попроворнее, порезвее. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у Доминиона. От таких предложений артефакты. Да, давайте так говорить прямо. Тогда по рукам 60 к 40. 70 к 30. В мою пользу. А сейчас начнется вот этот менеджмент, каких юнитов покупать, какие улучшения брать. Именно. Стратегия с легким апгрейдом.